Всем доброго дня, хорошего настроения, позитивчик, мирового неба плаву. Вот я в магазине «Побед» прикупил русский десерт, воздушные зерна риса, сахарный сироп, 11,80 стоит. А сейчас зашел в фикс прайс, такие же, 12,50 стоит, еще дороже. Ну, такие же ездили, не раз уже, у меня сколько видео, 3300 щебуток. Тоже по второму разу уже пробовал. Ну, конечно, любителям. Для меня 6 из 10. Сладкую я уже напился. Теперь можем минералочки. Тим, ну что ты хоть бы раз сегодня пришел ко мне? Я с ночи пришел, ты меня даже не обнял сегодня ни разу, не мурлыкнул. Прятал всем аппетит. Иди ко мне, красавчик. Тимочка, иди ко мне. Иди, мой мальчик, иди ко мне. Тимушка. Тимошка, иди. Иди ко мне. Давай, иди. Иди. Застеснялся. Кролик. Ты кролик с хвостом. А? Тим, ты кролик с хвостом. Ты меня как первый раз видишь. А? Тим, что это такое сегодня? Какое-то не такое. М? Ты. А еще пацан обалденный. Смотри, не укуси меня. Тут какой-то такой там такой агрессивный. Будь все здоровы.